По осени в Чебоксарах посчитают дворы, вернее, зафиксируют состояние каждого из них. В рамках программы формирования комфортной городской среды в столице заканчивается инвентаризация дворовых территорий. Формирование комфортной городской среды. В рамках этой программы в 2017 году в Чебоксарах начали ремонтировать дворы и общественные пространства. Какие-то уже благоустроили, но большую часть еще только предстоит. В связи с реализацией данного проекта мы столкнулись с такой проблемой нехватки полной и достоверной информации о состоянии дворовых территорий и общественных пространств. В связи с этим вышло постановление правительства Российской Федерации о инвентаризации дворовых территорий. Данные инвентаризации должны помочь специалистам понять, где в первую очередь перестелить асфальт, где не хватает скамеек и урн, а где нужно срочно обновить детскую площадку. В городе 2500 дворов, однако на данный момент большая часть уже прошла инвентаризацию. На каждый двор специалисты тратят не больше 40 минут благодаря специальной программе. Как только инвентаризация будет завершена, на основании всех полученных данных составят так называемый реестр дворовых и общественных территорий.